Добрый день, дорогие мои друзья, мои подписчики и гости моего канала «Огород с Мариной Гусаковой». Сею прошлогодние семена баклажан безо всякой обработки. Пинцетиком раскладываю. В одном рядочке будет у меня 10 семечек посажено. То есть 30 семян сейчас я посею. И даже еще остаются. Так, разложить что ли? А разложу я их еще почаще. Взойдут, значит взойдут. Нет, значит нет. О, еще 22. Получается 52 семечка я сюда посеяла. Так, теперь ложечкой присыпаем, неглубокую делаем заделку. Приминаем. Обрызгаем, чтобы контакт был получше и влажненькие были семена. Безо всяких стимуляторов делаю. Время еще есть, посмотрим, что получится. И сверху присыпаем кокосовым субстратом, чтобы влага не испарялась. Кокосовый субстрат у меня фаворит этого сезона. Буду смотреть, как он с черной ножкой борется. Ну, в общем-то, черные ножки, тьфу-тьфу-тьфу, у меня как-то не было раньше. Подписали баклажан, 16 число, 52 единички. Наклеили. Ну, с Богом. И на полочку. А на сегодня это все. Благодарю за просмотр. Не забудьте поставить лайк, если понравилось мое видео. Комментируйте, делитесь с друзьями. Не забудьте включить колокольчик. Так вы будете всегда в курсе моих новых видеороликов. Всего вам самого доброго. До новых встреч!